Всем привет! Сегодня хотел снять вам благоустройство в нашем городе. Польша вкладывает деньги в благоустройство. И вот у нас такой был небольшой лесомассив. И здесь сделали небольшое благоустройство. Тут у нас вот было такое есть болотце. И сделали вот такую велодорожку, тротуар, заборчик поставили. И сейчас покажу вам, что сделали внутри этого парка. Какую красоту тут навели. Сделали такую смотровую площадку. Сделали вот такую конструкцию для детей из бревен, лазить по ним. Ну, как по мне, то, в принципе, очень опасно. Ну, польские родители, они за своих детей так не переживают, не боятся. И очень много детей было в прошлый раз здесь, и так мне даже было немножко страшно за их здоровье. Ну, сейчас подойдем поближе, посмотрим на вот эту смотровую самую площадку. Вот видите, там люди поднимаются уже, и сейчас мы тоже пойдем. Посадили деревья новые, старые, может, какие-то и вырубили, подрезали. Ну, давайте посмотрим поближе. Сделали такие цветники, но цветов пока нет. Ну все, входим в парк. Тут есть на эту смотровую площадку такой длинный-длинный вход, а есть более укороченный ступеньками. Ну, мы пойдем по длинному. Дорожки сделали просто мелким гранитом, таким дробленкой. Много лавочек. Но я бы, конечно, поставил бы, наверное, больше. Все-таки здесь лавочки. Есть места, где нужны необходимые лавочки. Вот эта площадка поближе. Там натянута такая сетка с каната. Ну, а теперь поднимемся. Интересная конструкция сделана, что из дерева вот эти сами перила, они, видите, не... То представьте, сколько их штук пришлось здесь поставить. Все на такие вот болты смонтировано. И пол, и перила. Перила довольно-таки высокие. Дети не запрыгнут. То есть безопасно. Ну и такие небольшие ступеньки через некоторое расстояние. И такой идет подъем вот туда. Сейчас мы поднимемся на самую верхушечку. Ну, высота ступенек сделана так, что для маленьких детей даже будет удобно, или для пожилых, подниматься здесь. Ну и сейчас покажу вам, насколько мы уже поднялись. Вот так посмотрим в обратку. И нам еще идти дальше. Ну и такие здесь большие зоны для людей. И в прошлый раз, когда мы здесь были, здесь было очень много народу, действительно. Ну, такое у нас тут поле заброшенное. Также хотел сказать, что здесь стоят камеры для того, чтобы не портили, не баловались. Ну и также есть много освещения. Вечером здесь было тоже, наверное, красиво. Также здесь сделали вот такой цветник еще. И вот смотрите, на такую большую территорию цветника этого всего поставили две лавочки и одна урна. Ну, не знаю вообще, для чего это сделано, эта площадка. Ну, по всей видимости, вырастут цветы, будет красиво, но лавочек для отдыха мало. Здесь вот еще есть какая-то площадка, тоже пустая, но, скорее всего, это для подъезда вот к этому какому-то сооружению. Не знаю, газопровод это или водопровод, или еще что-то, загорожена сетка здесь. Здесь мы видим домики для различных птиц. Пока птичек мы здесь не видели, от маленького до большого. Ну, а здесь в центре такой большой площадки есть такой натянутый батут. И здесь много детей бегали, игрались.
Вот. Вообще дети польские бесстрашные. Высота приличная. Ну что? Нет. Пойдешь? Нет, сама не пойду. Давай руку. Здесь мы видим такой небольшой лабиринт. Такие дорожки по кругу идут. Высота, в принципе, небольшая, не знаю, метров 10, наверное. Тут тоже большая площадка. Ну и там вот идет спуск ступеньками. Ну и сама смотровая площадка вон там. Сейчас мы поднимемся туда. В прошлый раз, когда я на нее поднимался, то она почему-то качалась. И было немножко так страшновато. Странное сооружение, почему она качается, вроде не высоко. Ну и вот так вот, с этого ракурса покажу вам эти бревна. Ну вот она сейчас даже качается. И вот здесь мы видим такие лежаки, лавочки. Ну, сейчас мы спустимся поближе, покажем вам еще. Вот эти, конечно, бревна более толстые и не такие опасные. Ну, еще вот такая карусель катается. Грибок такой, который крутится. Парковка для велосипедов и есть для подкачки велосипедов камер. Насос такой. Представляешь, опять качалась она, я вот так двигался там, вообще, почему? Я эту снял. Карусель вот эту? Я его назвал крутящийся грибок. На этой площадке еще такие из дерева сделаны зверушки, на которых можно покачаться, покататься. Поросята такие, да? А то лошадка. В этом случае где-то год назад была такая новость, в городе Гомель поставили вот точно такие же для ремонта и накачки велосипеда. И там на второй день украли все эти ключи, просто посрезали их там. И стояла видеокамера, и этого человека нашли, и ему пришлось быть известным человеком в том городе. Ну и, в принципе, на этом закончим это наше видео. Единственный минус этого парка – это то, что нету туалетов. Непонятно, куда должны дети ходить, которые здесь будут отдыхать. Все, всем спасибо, всем пока. Пошли мы на ярмарку. Жарчувозы. Жарчувозы. То есть... Кто будет жратву? Жарчувозы.